Благодаря естественному ландшафту улица Северная располагается в самой нижней точке курорта, и поэтому почти всегда в сильные ливни бывает затоплена. Вот и в этот раз обильные осадки вызвали подъем уровня воды. По словам очевидцев анапчан, живущих на этой улице по колено. Когда вот сильные дожди идут, со всего города вода сюда стекает. В результате выходишь, воды по колено. Постоянно такое. Воды было по колено. Спасательную операцию после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям возглавил заместитель главы Алексей Харитонов, который лично контролировал выполнение поставленных задач перед руководителями служб и предприятий жизнеобеспечения города-курорта. Воды прибыло немало. Несколько мотопомп одновременно и непрерывно работали по откачке воды из дворов. Третий бак заправляю уже. Параллельно велись работы на центральной канализационной станции на улице Северной. Пожарные произвели обваловку ЦНС мешками с песком, чтобы не допустить подтопления и прекращения ее работы. К счастью, дождь прекратился, и мешки с песком спасатели укладывали в качестве превентивных мер на тот случай, если дождь пойдет снова. В малых реках Анапы уровень воды повысился на 15-20 сантиметров, но не превысил критических отметок. Экстренные службы города-курорта контролируют ситуацию. Вадим Родин, Андрей Стародубцев, Анапа-регион.